Приветствую вас на канале AsmodeiPlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Итак, мы ему устроили тут Пушкину мать. На! 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 И еще разок. Размечтался. Нос не дорос. Так, что вообще с тебя ничего взять? Нет, есть что-то. Что не берешь? Так, раз, два, три. Думаю, я собрал все, что мог. И раз, два, три. Может быть, даже у кого-то из вас ключ был. Ну, это сейчас уже не важно. Первый. Нет, вот, наверное, у тебя ключи будут. Ой. Ой. Кто там, снайпер был? Не знаю. Вроде как снайпер. Так, ну замок-то большой. Так, откуда мне тебя подбить? Ой. Блин, чуть падла не прибил. Там вот он же не успел, по идее, передать данные-то. Как вот они тут, блин, мне еще в этот двор как-то надо спуститься, в тот. И как туда проходить -то вот? Есть, есть. Ну пойдем возьмем. Так, найдено код от сейфа. Да и я уже его взорвал. Спасибо огромное. И вот этот вот самый опытный спрятался. А где вот тут искать мне? В таком большом здании. Заблудиться же можно. Но мы будем надеяться, что где-то в центре может. Так, а что мне здесь надо? Убить. Убить врага. Какого-то мужичка, я уж не помню, итальянца заказали. Ладно. Будем стараться. Не здесь ли ты стоишь, правильно, за углом? Так, это собор. Блин. Убейте капо. Да без проблем. Где это только этот капо вот находится? А то я ношусь тут, ношусь.
где? Ага, ага, где-то было. Вот он. Нет, ну это не капа, точно. Точно не капа. Так, надо пистолет, наверное, все-таки. О, нет, 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 ну-ка, да подожди ты. Вот здесь вот. Оп. Убить. Пьера, где ты, Пьера, больше находишься? Ничего не найти. Ой, 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 чуть не вылетел. Тоже мне ассасин. Нет. Здесь нет. Наверху может быть снайпер. Нужно отбегаться ловушек. Пора на встречу с создателем. У тебя есть кое-что для твоего дорогого сеньора. Я тебе дам по мне стрелять. Давай. На. Итак. Кое-что есть для твоего дорогого сеньора. Так, наверху снайпер. Вот. Все понятно. Основное задание выполнено. Ну, мы на этом не остановимся. У нас же еще есть задание. Мы же не надо, что случайно так получилось. Поэтому... Иди отсюда. Снайпер. Давайте поднимемся. Воу-воу-воу-воу. Так, первое. Второй. Вот она. Ну, действительно, снайпер. Заминировал себе ходы. Все взял. Я обыскал его. Где? Нет, ну это слишком далеко, куда я смотрю. Так, 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 так. Если я отсюда выйду, отсюда вообще можно выйти? Вот. Пушка. Так, а где люди? Раз. Я не могу их отметить из-за этой штуки. Да нет, подожди, где второй? Так. Так, а как-то мне спуститься надо же. О, как я пострадал. Так. Раз, два. Где три? Оп. Три. Раз, два, три.
Ну, у вас точно трое должно было быть. Да, трое, вон где-то там еще один лазит. И на. Оп. На, на. На. Вот так. Так, надо залечиться. Спокойненько лечимся. Р. Бум. Уже хорошо. Так, где вы там? Чепушилы. Первый. Челюсть. Второй. Ни один не ушел. Все были наказаны. Ну так. Очки заработал. Так, ничего, да? Здесь. Собрал. Взял. Жаль, что вас не прибило ни одним вот этим снарядом, ни одного, то есть не прибило. Вот так бы вы пали бы, еще бы там бы сдохли. Тут больше ничего нет. Ну почему ничего нет? Что-то же я нахожу. Ну и вот оно, все вместе тут. В заданиях. Так. Ну, все рядышком. Никого не осталось, да? Откуда-то отсюда прибежали. Мост, мост, мост. А, меня там нету. Что будете делать? Так, ты где-то на стене же был, да, на крепостной? Ух.
Так, какой-то улучшенный бинт. Меткий выстрел. Да я знаю, медали. Думаю, я собрал все, что мог. Нахапал-то, будь здоров. Так, где это? Вот он ты. Че, вы обходить будете меня? Хорошо, удачи вам. Так, а я же вроде... Нет, 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 подожди. Давай-ка вот так сделаем. Где растяжка? Вот так вот сделаем. Да. Так. Добью тебя. Вот так вот. Кто еще? Мину только на вас потратил. Сейчас мы тогда вот сюда пролезем. Будем отсюда атаковать. Так. Кто там такой генерал? Вот этот, наверное, который правый верхний, от которого бегут. Он, наверное, там командует. Ай-яй-яй-яй. Так. Те на стене. Ладно. Я как понимаю, первоначально-то от посюда и надо было выходить. Так, это что у нас? Какие-то... Идем, идем, идем. Нашу растяжку, блин, только так расхреначили. Так, там никак не залезть, да? Спокойно. Патроны закончились. А, патроны закончились, да? Ну ничего. У нас же есть автомат. Вот так вот. Нас больше никто не побеспокоит. Это мне очень пригодится. Да, где ты? Ой-ой-ой. Да. Не знаю, правда, зачем я это сделал. Он мне вроде не мешал, но... А,
ладно. Мне его не жалко. Так, я же их перестрелял. Где труп это? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот и все. Так, первый, второй, вот он. Лежит. Пузо греет. Так. Все. Бежим отсюда. Так, один на вышке вот там топчется. Больше ничего не найти. Так, что мы все сделали? Можно текать отсюда. Вот сюда. Близкий путь. Ну, прыгай. А еще на вышке же один. А ладно, мы его в живых оставим. Пусть будет свидетелем нашего триумфа. Того, что мы захреначили всех. Так, тут можно пройти? Хреново, что нельзя. Очень плохо. Мальчики и девочки. Выберитесь с территории. Как ты меня, интересно, заберешь отсюда? Вот с этого края. Четки я забрал. Ну все, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!